Здравия, дорогие друзья! Я беседую с участником 4-го конгресса по буквице. Рада вам представить Серый Волк! Ура, друзья! Ну, может быть, у тебя есть еще какое-то имя? Ты расскажи нашим слушателям, чтобы тебя уже знали в полной мере. Конечно же, в миру меня называют Кирилл. Вот. А недавно я был в Казахстане, меня там называли Кирим. Они говорят, у тебя же в конце две L, получается M. И вроде уже имя восточное. Я говорю, вот восточная мудрость тоже, дело тонкое. Тоже верно. Хорошо, с чем ты сегодня пожаловал на этот конгресс? Расскажи. Ну, друзья, я не сижу на месте, а постоянно модернизирую свою продукцию. Мое ремесло – это вытяжки различные. Это тренажеры правила, стационарные тренажеры правила, походные. И домашний вариант вытяжки – это шапка Глисона. Ну, это название, как обычно, сперли у нас, как говорится, те, кто нам не товарищи. А раньше в каждой деревне или где-то в поселении всегда была бабушка или дедушка, который разогревал в бане нужного человека, у кого были проблемы с шеей, и ставил голову на место. Как говорит Иван Царевич, колобок на пенек. То есть верхний шейный позвонок, который называется атлант, он является замком головы. И он со временем у нас смещается. А под этим замком находится узел нервных окончаний, это зрительные нервы. Это обоняние, тактильные ощущения и так далее. Если этот замок в порядке, то мы живем полноценной жизнью. То есть вы ярче видите, вы лучше чувствуете. Вы лучше определяете в своей жизни, кто вы есть. Соответственно, выполняете свое предназначение и идете по своему пути. То есть становитесь путевым человеком. И вот эта шапка Глисона как раз помогает найти свой путь. То есть это похоже для начала, когда вы занимаетесь на какую-то физкультуру. То есть мы выравниваем шею. Ну, скажи, что там. Шея, да, тянет за собой грудной отдел. А все это для чего? Вы спросите, ну, ровная шея у тебя, что? А вот хочу привести пример казаков. Вот старые фотографии казаков, еще черно-белые, которым лет 50, там 70. Вот я обращал внимание на то, что они все как будто кол проглотили. Вот у них вот такая вот осанка. А это говорит о том, что это люди имеют дело постоянно с какими-то серьезными, да, испытаниями, там, это боевые казаки, это люди с честью, с волей и с характером. И это все в себе иметь позволяет вот, ровный кол позвоночник. Сейчас покажу вам, как это работает. В домашних условиях все очень просто. Вы закрепляете этот трос, он, кстати, резиновый, что позволяет очень мягко и безопасно тянуть шею. Закрепляете за перекладину, за турник, вот, одеваете, как боксерский шлем, примерно это все на голову. Вот. В комплекте здесь есть специальное устройство липа. Она вот так вот зацепляется, покажу вам аккуратно. На ощупь. Ну, может, не с первого раза, но с третьего точно получится. И к этой шапке я придумал установить вот такое устройство, как перекладина, которая позволяет тянуть самостоятельно шею. То есть вы вытягиваете себе шею до тех пор, ну, пока вам комфортно, и делаете ряд упражнений, различные наклоны, повороты. Вот это можно делать сидя, стоя или даже лежа. Длина вот рук позволяет, собственно, да. То есть два применения. Можно зацепить это все за перекладину, сесть на стул, у нас резина натягивается, и вы вытягиваете вот, полностью шейный отдел и грудной. Вот. Можно лечь на пол, сделать все то же самое на полу. Либо самостоятельно, когда у вас нет времени, есть несколько секунд, вы просто вытягиваете себе шею и ощущаете легкость. А прицепить это куда-то к перекладине, потом к другой можно? Просто на весу, если стоя. Ну так это и делается, да. То есть изначальное применение в санаториях, в профилакториях этой шапки, она зацеплена за турник, там, за перекладину, вы садитесь на специальный стул, который регулируется вот, силомером, и уже врач определяет по вашему состоянию здоровья, какую вам дать нагрузку. Стул опускается, шапка натягивается. И, кстати, вот именно нашу продукцию используют многие санатории, потому что классическая петля Глисона, которая одобрена, вот, и на которой прошли клинические испытания,
вот этим министерством здравоохранения, она не очень удобная, она достаточно жесткая, там обычные ремни. Мы взяли вот это лекало, которое прошло клинические испытания, и я модернизировал его тем, что сделал очень ее плотным, толстым. Это такая специальная рюкзачная ткань, она, видите, из нее делают спецодежду, рюкзаки. Она приятная на ощупь и очень прочная. Вот. Сюда поместили специальный наполнитель, чтобы было мягко, не, потому что у многих шапок проблема, очень давит зубы, здесь как бы уже меньше эта нагрузка. Плюс применили перекладину, которая снимает нагрузку с лобной части, уже она не давит. И резиновое крепление, которое облегчает вытяжку и дает именно безопасное утяжение. Что если у вас какие-то обострения, то есть болит шея, какие-то смещения, сутулость, то вы за счет вот этих всех комплексов мер, которые я перечислил, плавненько работаете шеей, выставляете ее на место, ставите в замок. Вот. Потом, когда замок на месте, вы можете уже висеть на голове. И тогда начинает тянуться за собой грудной отдел, уходят сутулости и все остальные проблемы. Поэтому, друзья, от мала до велика, то есть детям, которые постоянно сидят у нас в телефонах, да, в этих гаджетах, до пожилых людей, которые испытывают какие-то перегрузки от погоды, давления там, и так далее. Мы оттягиваем шею, меняем осанку, меняется кровообращение, улучшается давление, и снимается вот это, вот эти все симптомы. Благодарю. Ну и естественно, последует вопрос, а где это вот такое добро найти? А давайте мы сделаем так. Мы, значит, придумаем кодовое слово, которое даст скидку. И при обращении ко мне вы можете, будет, наверное, ссылка в описании, да? Ну, если дадите, то будет. Да, давайте. Там будет, значит, ссылка и телефон. И вы пишете мне, значит, на WhatsApp или ВКонтакте кодовое слово. Это у нас быть добру, давай. Быть добру, давайте. Так вот. И вот эта замечательная петля Глисона, или, как в народе говорят, поставить голову на кол, что ваш кол и голова будет в порядке, будет хорошая, добрая скидка. Хорошо, благодарю за такую интересную познавательную беседу. Друзья, Народное славянское радио, 4-й конгресс по буквице, Москва. Серый волк прискакал к нам с добрыми вестями. Благодарю тебя. Будь добру.